вспомним, почему и потому что. Помните? Почему, потому что. Например, у меня есть ручка, потому что я пишу задание. Сейчас, пожалуйста, каждый студент, скажите мне одно предложение. У меня есть, потому что. Например, у меня есть ручка, потому что я пишу задание. Алехандро, что у вас есть? У меня есть часы. У меня есть часы, да. Часы, да. Потому что я смотрю. Потому что я смотрю время. Да, отлично. У меня есть часы, потому что я смотрю время. Хорошо. Хуан, что у вас есть? Да. У меня есть компьютер. Потому что я должен смотреть урок. Хорошо. Джереми, что у вас есть? У меня есть собаки, потому что я люблю. Потому что я люблю. Отлично. Ямиль, что у вас есть? У меня есть книга, потому что я люблю читать. Дилан, что у вас есть? У меня есть кошка, потому что я люблю кошка. Я люблю кошек. Хорошо. Отлично. Да. А теперь вспомните, поэтому, да, я пишу задания, поэтому у меня есть ручка. Я пишу задания, поэтому у меня есть ручка. Сейчас тоже каждый студент, пожалуйста, один пример. Алехандро, поэтому. Я смотрю время, поэтому у меня есть часы. У меня есть часы, да. Хорошо, хорошо. Хуан. Я смотрю урок, поэтому у меня есть компьютер. Отлично. Джереми. Я играю в футбол, поэтому у меня есть бол. Мяч. Мяч. Да, я играю в футбол, поэтому у меня есть мяч. Отлично. Дилан. Я пишу насколько. ¿Cómo se dice en ruso lavar los platos? Es wash the. ¿Cómo se dice? Mi y plato. Se me fue. Mi es lavar y yo lavo es moyu. Moyu es loba. ¿Es loba? What? No, es loba es. Так, что вы хотите сказать? Oye, solo trato de hacer una vuelta de ortografía, la que dijiste al principio. Es que al principio yo amo los gatos. Yo tengo un gato porque amo los gatos, pero ahora como le pongo al revés. Yo amo los gatos y por eso tengo un gato, ¿no es cierto? Entonces ya pichu кошка, поэтому... Нет, как я пишу кошку? Я люблю кошка. Я люблю кошек.
Кошка, а потому у меня есть кошка. Поэтому. Поэтому у меня есть кошка. Да, хорошо, спасибо. А, я. Thank you. Емиль. Я люблю, я люблю читать книги, поэтому у меня есть книга. Да, отлично. Брайан. Хорошо. Итак, смотрим еще пример, да? Я не понимаю по-русски, потому что я иностранец. Я иностранец. Поэтому я не понимаю по-русски. Вечером я хорошо отдыхаю, потому что днем я много работаю. Днем я много работаю, поэтому я хорошо отдыхаю вечером. Мы его спрашиваем, потому что он много знает. Он много знает. Поэтому мы его спрашиваем. Мы уже раньше об этом говорили. Ну и сейчас задание. Емиль, пожалуйста. Зря. Он не понимает, потому что он спрашивает. Подумайте, подумайте. Поэтому? Поэтому. Поэтому. He doesn't understand. That's why he asks. Он не понимает, поэтому он спрашивает. Угу. Хуан. Он много знает, потому что много считает. Отлично, да. Джереми. Я есть время, поэтому я гуляю. Отлично, да. Алехандро. Он должен много работать, поэтому я его мало денег. Извините, потому что, sorry. Он должен много работа, потому что у его мало денег. Да. Почему он должен много работать? Потому что у него мало денег. Да. Дилан. Сегодня босс. В. Сегодня. Сегодня. А, сегодня воскресенье. Угу. Потому что она отдыхает дома. А, поэтому она отдыхает дома. Да. Сегодня воскресенье, поэтому она отдыхает дома. Джереми, пожалуйста. Они сидят в кафе, потому что хотят обедать. Конечно. Они сидят в кафе, потому что хотят обедать. Угу. Нури, вы можете говорить? Нури, пожалуйста. Лиза любит танцевать. Угу. Она, потому что она идет
На дискотеке. Идет. She is going. Идет. Entonces. Lisa, любит танцевать. Поэтому она идет на дискотеку. Да, она любит танцевать, поэтому она идет на дискотеку. Конечно. Хорошо. С этим мы сегодня закончим. И сейчас мы с вами выполним еще задание. Поработаем с винительным падежом. А после перерыва у нас будут прилагательные. А сейчас, пожалуйста, еще раз два глагола. Глагол смотреть и глагол. У вас как меняются глаголы, вы знаете, у вас уже есть список. Пожалуйста, сделайте вот это вот задание в тетради. То есть у вас задача смотреть или видеть. Да? Смотреть или видеть. Не забывайте про правильную форму. Делаете задание и потом перерыв.